Вице-министр образования и науки Рустем Бегари обнародовал результаты проверки антикоррупционной службы, в которых указано, что дело в его отношении закрыто в связи с отсутствием состава преступления. Соответствующий документ он опубликовал на странице в соцсети. Напомню, ранее директор департамента административной работы и госзакупок ведомства Анарка Ирбекова выступила с громким заявлением, обвинив вице-министра и ответ-секретаря министерства Арына Урсариева в коррупции и оказании давления. По словам Бегари, как раз-таки департамент Каирбековой затягивал процесс цифровизации госзакупок, который обеспечил бы прозрачность системы. В результате дорогостоящее оборудование простаивало полгода, а сотрудники были оторваны от основной работы, доказывая правомерность своих действий антикоррупционной службе.